Здравствуйте, дамы и господа! Я приветствую вас на канале «Недетские забавы». И сегодня у нас на обзоре шотландский виски. И не просто шотландский виски, а самый популярный шотландский виски в мире – Джонни Уокер Red Label. Вот такая вот знаменитая бутылочка, знаменитый шотландский бленд. Давайте-ка узнаем, что о нем нам расскажет интернет. Регион Шотландия, производитель Джонни Уокер, линейка бренда Red Label, крепость 40%, объем 0,5 литра, тип купажированный, холодная фильтрация. Джонни Уокер Red Label – самый известный шотландский виски в мире, пользующийся огромной популярностью. Он славится своим сильным вкусом и характером, рожденным всеми составляющими его сортами виски. Это вкус, которым семья Уокер может по праву гордиться. При создании виски Red Label семья Уокер использовала свои энциклопедические знания о шотландских солодах, чтобы произвести уникальный купаж. В итоге Red Label завоевал мировую популярность в те времена и продолжает сохранять ее и сегодня. Разработанный для внешнего рынка крепких алкогольных напитков, именно Red Label стал основой империи Джонни Уокер. Вот такая вот информация из интернета, и давайте, не отходя от кассы, посмотрим, что написано на контр-этикеточке. Состав. Вода исправленная. Висковые зерновые выдержанные дистилляты, висковые солодовые выдержанные дистилляты, краситель Е150А. Минимальный срок выдержки 3 года. Вот такая вот информация у нас таится на контр-этикетке о составе данного бленда. Ну, что хочется сразу сказать, это знаменитая бутылка Red Label. Знаменитая кривая косая этикеточка, опять же, пешеход. В красном камзольчике, путешествующий по миру, бочкообразная пробочка, что является тоже одной из отличительных черт данного напитка. Мое отношение к данному бленду всегда было довольно скептическим, так как я считаю его достаточно распиаренным напитком, и не факт, что он стоит, так сказать, своей славы. Хотя данная бутылка – это, можно сказать, нарицательный вид, если можно применить данный эпитет о форме бутылки. Потому что, видя бутылку Red Label на любой полке любого супермаркета, сразу понятно, что это. То есть, если другие виски различных мастей и цен обычный обыватель не всегда может догадаться о том, какой напиток скрывается в бутылке, то, видя эту бутылку, каждый, абсолютно каждый человек, даже далекий от мира употребления виски и вообще крепких алкогольных напитков, может с уверенностью сказать, что это виски. Когда такого не особо знающего человека попросят купить хороший виски, я думаю, если он не будет прибегать к консультациям различных людей, продавцов, маркетологов, либо просто хороших знакомых, я думаю, всегда выберет именно Джонни Уокер Red Label. У меня отношение к этому напитку было всегда скептическим. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте попробуем его на аромат и вкус и уже определимся, стоит он своей славы или нет. Вот, господа, наш напиток уже в стакане, немного постоял. Обязательно давайте всем вашим крепким выдержанным напиткам маленько постоять и подышать. Это сделает его вкус и аромат только лучше. Что интересно, спиртуозность присутствует, но она настолько далека и настолько мимолетна, что кажется, как будто бы данная спиртуозность специально подмешана в этот купаж. Отчетливо, отчетливо слышны, так скажем, сладостные нотки солода.
что-то такое кисловатое на заднем плане. Аромат определенно приятен. Да. По крайней мере, ругать его не за что. Довольно хороший аромат, довольно приятный. Ничем не уступает своим, так скажем, собратьям по ценовой категории. А возможно, кого-то и превосходит. Но аромат это, так сказать, даже не полдела. Аромат это, наверное, только 1/3. И поэтому, не ходя вокруг да около, предлагаю перейти к его вкусу. Ну, что могу сказать, спиртозности не ощущается совершенно. Но, тем не менее, напиток нелегкий, скажем так. В вкусовых ощущениях изначально что-то такое хорошее деревянное, хорошее дерево, не плинтус, так скажем, довольно возрастное дерево, назовем его так. Дальше вкус переходит в какую-то кислинку, уходя вот эта вот кислинка какая-то йодистая и уходит непосредственно в какой-то даже не легкий, а довольно-таки клубящийся дымок. Ну, что могу сказать, да, действительно очень достойный представитель своего класса, не посрамил своего статуса самого известного и покупаемого бленда в мире. Да, с этим напитком непосредственно уже можно посидеть, подумать, поискать какие-то нотки. Очень интересен, очень интересен. И советую, да, советую к покупке. Да, по ценам. Цены данного напитка в среднем составляют 800-850 рублей. Но бывают, доходят и до 1000, но также по акциям можно найти и за 700, и иногда даже в хороший день даже дешевле. И за эти деньги вполне рекомендовано можно его взять и попробовать. За сумму в 700 рублей, я думаю, вы вряд ли найдете что-то такого же качества. Но опять-таки, это всего лишь мое мнение. А прежде чем покупать, вы можете пройти по ссылочке в описании, а также по всплывашке в верхнем углу экрана и посмотреть, как проявляет себя данный напиток в сравнении с другими представителями шотландского виски. Я же хочу пожелать вам удачи, попросить вас, чтобы вы оказали услугу нашему каналу, поставили лайк, подписались и оставили свое мнение об этом напитке в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка есть в описании. И самое главное, не бухайте, занимайтесь спортом.